Да, попробуем. Приготовься. Бэмс! Ой, прошу тебя, тебе хватит надолго. Да, надолго. Константин, ты посмотри, какие у нас чудеса. Костя, да? Костя. Подумаешь, чудеса вот у меня. Такие чудесные картинки здесь. Так это же у тебя в книжке, а у нас на самом деле. У нас настоящие фокусы, и мы дошли. До двадцати. Повтори домашнее задание. Вот. Ну и повторять себе на здоровье. А я, между прочим, тоже уже на втором десятке. 11-ю картинку рассматриваю. Ой, красивая. Ах ты, какие яблочки. Ага. Вот бы попробовать, а. А сколько их? 20, я уже посчитал. Молодец, Константин. Вот бы их попробовать. А где они? Попробовать. Ткань же в 30-м царстве. О, так все понятно. Аксюта, что ты молчишь? Я не молчу, а что мне говорить? Не говорить, а действовать. Перенести нас в 30-е царство. Это я могу попробовать. Подождите, ребята. А как же урок? Минуточку. Сейчас я выясню, сколько осталось до начала занятия. Ага. Так. Тишина. Ку-ку. Привет. Привет. Который час? До урока. Еще 7 минут. Спасибо. Ну, я успею. Давай, ребят. Ну, скорее. Так, приготовьтесь. Будь внимательным. Я уже готов. 3, 2, 1. Что за чудо без полета, без ковра, без самолета, без летающих тарелок и собак? Вот опять летим, ребята. И летит наш пес пернатый. Вот летает он по правде кое-как. Как Винни-Пух летает, все летали. И как Зуну мы тоже шлем привет. Крути, быстрее летали. Лети, велосипед. Как Винни-Пух летает, все летали. И как Зуну мы тоже шлем привет. Крути, быстрее, дали. Лети, велосипед. Приветливо нам яблоня кивает. Нам надо 20 яблок отсчитать. И снова путь там быстро так летает. Тот на урок не может опоздать. Ребята, лети. А хорошо. Куда мы попали? Эх, лучше бы вы не попадали. Ой, простите. Смотрите! Эй, а где вы здесь? Ребята! Так, куда вы спрятались? Очень странно. Здравствуйте. Здесь нет? Аксюта, что случилось? Почему ты одна? Где все остальные? Татьяна Кирилловна, вы знаете, они возвращаться не хотят. Откуда? Вот отсюда. Ничего не понимаю. Ну, понимаете, как-то они пошли, я не виновата. Ты можешь как следует все объяснить? Как следует, объясню я. Фокусы до добра не доводят. Как игра со спичками. Дофокусничались. Пережгли электричество. Отправила всех неизвестно куда. Как неизвестно куда? Известно куда? В 30-е царство. Они должны быть здесь, но почему-то и здесь нет. В 30-е царство? Так надо же отправляться их спасать. И как можно быстрее. Ты помнишь, как все это было? Кажется, не кажется, а нужно сделать точно так, как было. Тинкрин, я попробую. Уходя, гасите свет. Фу, кому я говорю? Забияки, словно кошки и собаки.
словно глупые мальчишки, дрочуны. 20 против двух дерутся. Только двое не сдаются. Потому что силы, кажется, равны. Это же нехорошо. 10-1, это же нечестно. Если драться, так 1-1. Ой. Нет, я лично против драк. Нет, все споры надо лежать первого. Домой хочешь, баба Богодейка? Все, Аксюта, Аксюта, фокусница-любительница, ее бы сюда, на наше место. Ура! Ничего, вот тут вот здорово, такое. Тетя, мы как раз вовремя. Здесь как будто все цепи сорвались. Не оставлять их в таком положении небезопасно. Просто опасно. Остановить пытались? Пробовали, бесполезно. Уговорить? Да, пытались. Аксюта, можешь их остановить хотя бы на 3 минуты? На 3 минуты? Могу. Раз, два, три, драчуны! Татьяна Кирилловна! Ну, они все замерли. Вижу. И слышу. Тишина-то какая! Ну, вот что. Для начала разберемся, куда мы попали. Да, вот. Крестик, Малик. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам не помешала? Нет. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Ничего не происходит. А с кем мы разговариваем? Знаки равенства к вашим услугам. Очень приятно. Если одно число равно другому, то между ними ставят знак равенства. Вот такой. Знаете, мы впервые в вашей стране. Вы не сказали бы, где мы находимся? Вы находитесь 20-е королевство с математическим уклоном. Минуточку. Но ты же обещала нас послать... перенести в 30-е. Вот 30-е. А это 20-е. Ну, ребят, ну я ошиблась. Ничего, может, яблоки здесь тоже есть. Странное королевство. Действительно, одни цифры. Тематикой пахнут. Да что за королевство такое? Ну, королевство как королевство. Население состоит из 20 единиц, во главе которых стоит король. Его количество – 0 последний. Текущей политикой занимается первый министр – минус. А вы кто? А я бывший министр – плюс. В каждом королевстве есть король. В нашем королевстве это ноль. Но его величество, но его количество круглый ноль, без палочки ноль. В крестики и нолики все играют школьники, и многие дошкольники. Люди взрослые, как будто бы серьезные, играют словно мальчики. Мальчики, мальчики.
Так. Нолик! Ваше количество, ход достойный короля. Правильно говоришь, да, правильно. Да. Вы, ваше количество, самый гениальный ноль из всех, кого я знал. Ты как хорошо говоришь, да, я самый гениальный, я самый лучший. Ходи. Просто круглый ноль. Да, да. Крестик. Хоть и говорят мои недруги, что я ноль без палочки, но лучше меня ноля нету никого. Вы, ваше количество недругов не слушайте, вы слушайте только друзей, то есть меня. Ну хорошо, Нолик. Извините, ваше количество, я опять выиграл, да. Ну на! Ну что ж ты все время выигрываешь и выигрываешь? Ну так мне интересно, я тебя буду на ноль умножать. Всего каких-то 5 единичек за утро, зато вы, ваше количество, вы же чемпион по пусканию мыльных пузырей. Да? Да. Ну ладно, еще одну партию. Ага, еще, да? Еще одну. Последнюю. Я не верую в любовь. Подумаешь, обыкновенная поющая собака. А ты у нас необыкновенный говорящий пес. Ты у нас самый-самый-самый красивый и самый-самый говорящий. Ваше Величество, вы не могли бы нам сказать... Знаю, знаю. У нас тоже был когда-то порядок. До тех пор, пока... Король, его количество ноль последний, не занялся важными государственными делами в виде игры в крестики-нолики. Между подданными начались разногласия. Единички, они в оранжевой форме, и десятки, они в красной форме, оспаривают первое место. А, у них спартакиад, да, Денки? По-моему, попросту драка. Кажется, я все поняла. Один десяток равен 10 единиц. Да, 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 конечно. Мы тоже им это объясняли. А они слушать ничего не хотят. Все хотят быть первыми. И единицы, и десятки. Татьяна Кирилловна, 3 минуты истекают. Они сейчас снова начнут выяснять отношения. Или попросту драться. Вот. Не волнуйтесь, Ваше Величество. Драки не будет. Единички, чем вы недовольны? В нашем 20-м королевстве счет начинается с нас, единичек. Поэтому мы должны быть первыми. Вы правы. Ура! Десятки, а вы чем недовольны? Мы десятки. 10 раз больше любой единицы. И поэтому мы должны быть первыми. Вы тоже правы. Ура! Запоминайте, в вашем 20-м королевстве... Единички должны стоять первыми справа, а десятки должны стоять вторыми справа, но первыми слева. Ура! Мудрая! Будь под правой, будь под левой, будем первыми мы слева. Будь под левой, будь под правой, погляди. Будем первыми мы справа. Каждой цифре нужно место, это каждому известно. Ну, немного с математикой знаком. Детства надо научиться, это в жизни пригодится. Соблюдать математический закон. Пересчитать население этого королевства с математическим уклоном. Да. Все, да, можно. Ко мне? Да, можно.
Поедем. Татьяна Кирилловна. Татьяна Кирилловна. Вы готовы? Готовы. А вы еще? Пожалуйста. Готовы? Томас готовы? Пожалуйста. Нет. У меня 10 единичек равны 1 десятку. И у меня 1 десяток равен 10 единичкам. Да. Молодцы. Сейчас я вам расскажу, как записывать числа, которые идут после 10. Вы все знаете, что 1 десяток равен 10 единицам. Берем 1 десяток. А если к нему прибавить еще одну единичку, то получится... Получится 11, Татьяна Кирилловна. Мы это на прошлом уроке проходили. Ставим цифру, обозначающую одну единичку, первой справа. Вот, Татьяна Кирилловна. А цифру, обозначающую 1 десяток, первой слева, второй справа. Получилось 11. Татьяна Кирилловна, а можно я? Я все поняла. Так. Если я беру свою девчонку, так. Единицу, ставлю сюда, она улыбается. Так, улыбается. То получается, давай, Костя. Так, быстренько относим. Число 12. Татьяна Кирилловна, а если я беру свою единицу? А эту, да, вот, а эту относим. Вот. Татьяна Кирилловна тоже число. Догадался. Вот. Тогда получится число 13. Ура! 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 А попробуем наоборот. Какое это число? 18. 1 десяток и 8 единиц. А вот это какое число? Сколько здесь десятков и сколько единиц? Татьяна Кирилловна, ну это же очень просто. 1 десяток и 5 единичек. Ой, одна единичка пропала. Получилось число 14. Еще одна пропала. Я здесь совершенно ни при чем. Действительно, еще одна исчезла. Такое число испортили. Ничего, я буду единичкой. Вот. Находчивый. Константин, ты куда? О, исчез. Исчез бесследно. Это не я, Татьяна Кирилловна. Минуточку. Почему бесследно? За мной. Нолик! Крестик. Не. Нолик! Это крестик. Нолик! А я... Крестик. Ну ты опять выиграл. Ну так нечестно. Ну на. Спасибо. Ну что это ты все время выигрываешь? Ну ваш количество, ваш количество. Вы же самый щедрый король из всех королей. Вы же... Вам все равно, подумаешь, единичкой больше, единичкой меньше. Правда, самый щедрый? Конечно, самый щедрый. Ну хорошо, еще одну, последнюю. Да, конечно. Последнюю. Чурики, я первый. Нолик. А это нолик, да? Крестик. Нолик. Крестик. Нолик. Крестик. На, возьми. Вы там эти штучки бросьте. Не единичка, я Костя. Про что это он там шумит? А, да не обращайте внимания, ваше количество. Просто какая-то скандальная единица. Много шума из ничего. Действуем, как договорились. Да. Одну минуточку, Татьяна Кирилловна, поднимите руки. Красота. Спасибо, какая. Святая. За дело. Пошли. Без доклада в тронный зал не входить. Докладываю. Татьяна Кирилловна из АБВГДЭКИ и сопровождающие ее лица. Мой любимый клоун Клёпа. Ля-ля-ля-ля. Почти волшебница Аксюта. И с вашего разрешения, друг человека. Какого человека? Всех! И Константина в особенности. Кто вы такие? И откуда прибыли? Мы из АБВГДЭКИ. Что это за королевство такое? А это не королевство, ваше количество. Это школа такая. Да? И что же вы там изучаете? Буквы и звуки. Числа и цифры. Значит, и нас изучаете? Ну, конечно. И что же вы о нас можете сказать? Ничего хорошего. Неладно что-то в вашем королевстве. А что неладно-то? А все неладно. Ваши подданные дерутся. Мы только их усмирили, так у нас товарища утащили. Отдайте Константину, пожалуйста. Не груби, я тебя на ноль помножу. А я протестую. А я его выиграл. Что в мою копилку попало, то пропало. Да, действительно, я проиграл.
Но ведь я самый справедливый король, да? Да. Поэтому, если вы ответите на три моих вопроса, получите вашего Костя. Первый вопрос. Кто может на свете сравниться со мной? Браво, браво. На этот вопрос вам никто не ответит. Да, вы самый несравненный король, ваше количество. Я знаю, знаю. Татьяна Кирилловна, можно я попробую ответить? Действуй, Аксюта. Клёпочка, приготовься. Я готов. Вынимаем. Так, так, так. Ой, как интересно! Какие чудесные нолики, как на меня похожи! Оп. Ой, исчезли. А это ответ на ваш первый вопрос. Ноль бубликов, вот что равно вашему количеству. А сколько их было? А это уже второй вопрос. Сколько их? 20. Ой, ты гений. Ну, конечно, вы правы. Он еще не гений, но считать до 20 уже научился. Не может быть! Не только считать, но и записывать. Ой, какой умный! Ну я же клёпа. Понимаю. Да это очень просто. Единички записываются первыми справа, а десятки записываются вторыми справа. Браво, браво, браво! Браво, браво, браво! Ну ладно, можете забирать своего Костю. Вы что, ваше количество, вы до трех считать разучились? Нет. Они же ответили только на два вопроса. И вообще, по-моему, они намекают на то, что вы ничего не значите. Я ничего не значу. А это уже третий вопрос. Ноль сам по себе ничего не значит, ваше количество. По-моему, она грубит. Не обижайтесь, ваше количество. Действительно, сам по себе ноль ничего не значит. Но ноль – это центр математической системы. С него начинается любой отсчет. А, центр, вот это мне подходит. И в вашем двудесятом королевстве вы весьма необходимы, если, конечно, поставить вас на свое место. По-моему, она намекает, ваше количество, что вы не на своем месте. Объясните. Объясняю. На пальцах, нет, лучше на бубликах. Лучше. На бубликах интереснее. На бубликах вкуснее. О, вкуснее, да. Отсчитываем один десяток бубликов. Вот так. Что у нас, Клёпа? Один. У нас получился один десяток. А сверх этого десятка сколько у нас единиц? Ничего нет. Ноль. Правильно. Да. И как это записывается? Ноль единиц. Так. Один десяток. А получилось? Десять. Верно. А теперь отсчитываем второй десяток. И у нас получилось? Два десятка. А сверх этих двух десятков сколько у нас единичек? Единичек нолик. Правильно. И как мы это запишем? А запишем это так. Справа первым ставим ноль. Так. А справа вторым ставим два. И получилось? 20. Верно, ваше количество. Нет, эта игра гораздо интереснее крестиков ноликов. Ну вот видите, ваше количество, как вы необходимы на своем месте. Ой, как я необходим, ой, как я нужен. Ну ладно, ну забирайте вашего Костя. Ой, спасибо. Пожалуйста. Костя, мы тебя ждем. Ура! 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 Быстрей к нам, Костя, быстрей к нам. Друзья! Смотри, привет, привет, привет. Здорово. Поздравляю. Ваше количество, ну а единички, ведь их тоже нужно бы освободить. Да. Совершенно хорошие верно, единички. Ваше количество, ведь у вас всего два десятка подданных, их беречь надо. Да-да-да. Не отдам. Как это не отдам? Кто здесь принимает решение? Кто здесь принимает? Кто здесь король? Кто здесь король? Кто здесь король? Кто? Я король. Вы король. Я король, я король. Освободить единички с копилки. Эти маленькие были. Как запрыгали радостно. Прыгали. Здорово, да? Кузнечики. Вы великодушны, ваше количество. Да, да. Да, а тебя освободить от должности министра. Ну и куда же я теперь? Вот куда хочешь. На все четыре стороны. Не торопитесь, ваше количество. Минус в математике тоже необходим, если, конечно, рядом есть плюс. И тогда каждый будет заниматься своим делом. Минус вычитать, а плюс прибавлять.
Ах, плюс! Как же, помню, был у меня где-то такой. Я верну плюса, вы мне очень нравитесь, благодарю. Благодаря вам я на многие вещи взгляд изменил, да. Слушайте все! Отныне и навсегда в нашем 20-м королевстве запрещаются всякие беспорядки. Все единички и десятки знают свое место. Игры в крестики-нолики отменяются. Да, знаки равенства. Плюс и минус занимаются каждый своим делом. Дорогие ребята, нарисуйте знаки равенства, знаки плюс и минус. Запишите числа второго десятка. Мы ждем ваших ответов. Я хочу, чтобы меня тоже нарисовали и записали. Ну, пожалуйста. Я думаю, ребята это обязательно сделают. Ну, а теперь до свидания. До свидания. До свидания. До свидания, ваше коллеги. До свидания, Татьяна Кирилловна. До свидания. Какие мудрые люди! И какие вкусные нолики! Ну что ж, наш урок все-таки состоялся. Жили-были в 20-м королевстве. Два десятка превосходных единиц. Жили-были с ними вместе по соседству. Два десятка в виде двух отдельных лиц. Не могли они понять, где кому из них стоять. Каждый думал, что он первый. Первый! 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 Не могли они понять, что если правильно стоять, то, конечно, каждый сразу станет первым. Слева первым должен стать один десяток, справа первой единицу стать должна. Королевство сразу наступил порядок. В 20-м королевстве тишина. 20 мирных единиц встали у своих границ. И левее они не двинутся отныне. Два десятка без войны встанут с левой стороны. И знак равенства поставим между ними. И знак равенства поставим между ними.